ребята, с Новым годом, новые покатухи, всем мира, здоровья. Без разгона попробуем, без разгона. Красота. Выходные дни, новогодние каникулы. Сидеть дома нам надоело. Вот собрались. Небольшой выезд. Цель выезда — доехать до фонтана определенного. Это примерно, знаете, 50% по полю, 50% по трассе поедем. Снега надувает прилично. У нас спуск. И у нас идет подъем. Потихонечку спустимся. Ух, круто, круто. Блокироваться не буду. Первая повышенная. Посмотрим. Ну, легко, совсем легко, ребят. Поехали дальше. Давайте будем пробивать сугроб. Ну, давай, Женя. Отлично. Ну все, все, проезжаем по этому сугробу. Поехали. Ага, отлично. Давай, давай, давай. Отлично. Алексей на Дастере. Отлично. Ну, Хантер. Все. Все мы проехали. Едем просто интересно. Дальше. Тихонечку. Вторая пониженная. Ну, вообще проблем нету, сами видите. Хантер прикольно, задний, передний мост отключает и на заднем мосту дрифтит. Вообще офигенно. А мы тоже так можем. А? Только мы на полном приводе можем так. Ладно, надо двигаться дальше. План у нас есть, куда ехать. И мы будем его придерживаться и двигаться. Смотрите, какие колючки. Как в пустыне, да? В пустыне выпал снег. Колючки. Нормально, едем. Так, еще один подъемчик. Жестко. Прям так это жестковато. Тут у нас выезд получается. И такой, знаете, серьезненький выезд. Подъем. И самое интересное, что трасса. То есть нужно угадать и попасть на трассу. Так, Хантер набрал
Все, вылез. Давай следующего. О, Диман, молотик. Рельс нету. Вот так. Следующий. То есть у нас стоит на трассе человек, по рации говорит, можно выехать или нельзя выехать. Так, по рации сказали, что машин нету. Так, ребят, на этой Ниве ни самоблоков, ничего нету. И резина, по-моему, камуфлайн. Так, команду дали, машин нету. Все, отлично. Ждем наш выезд. Заблокировался. Вторая пониженная. Отлично. Так, собрались. Теперь у нас движение по трассе. Так, у нас небольшая горочка. И вот здесь именно, здесь такая, по-моему, траншейка, да? Да, там прям приятная, заметенная... такая большая накатная. Ну, давай, посмотрим. Здесь я пробовал. Отлично. Артём, ну подожди, так интересно. Соболек, может. Отлично, отлично, отлично. Ну что, следующий? Диман настравленных. Сила. Дастер, дастер. Молодец, молодец. Да, я попробую. Хочу первый попробовать заехать. Ну, не против, но давай я сперва поднимусь и засниму тебя. А куда? Направо? Или вон, где эти снегоходы? Снега дофига. Заблокировались. Вторая понижена. Давай, лишь бы движка хватило, лишь бы движка хватило. Что это такое было? Не едет. Давай спускаться.
Ты только смотри, там подъемы это, на щупы. Лучше ногами. Смотри, а то там хороший бывает канал. Что-то щелкнуло у меня. Все, Виталь, мне подняться, или ты еще сейчас разгоном побольше возьмешь? Ты там остался-то сейчас. Давай прям до меня. Побольше разгона возьмем. Херово, я тоже чувствую, что-то не едет. Нет, Виталь, тебе только спускаться, наверное. С места уже не получится. Вот в эту я вас слышу. Видишь, подвесной где? Да. И вот прям вот с этой стороны прям гайки хорошо. Вот с этой стороны смотри, видишь гайки? А, ну бряк. Вот тут прям 4 штуки откручиваем, мы его в багажник вложим и, ну, в принципе, ну, да, двигаться не сможем. Да, смотрите, смысл. Тягу оторвало. И... Что за херня, бля? Вообще непонятно. Как так? Будем откручиваться, линять, и будем ехать на переднем приводе. Так. Ну и что у тебя? Да нормально. Я все тут большие, а? Что, да я все открутил? Так, смысл? Все. О, сейчас покажу. Тут... О, раз, два, три. А ты сколько гаек открутил? Две. Сейчас кардан откручиваем. Его отсоединяем. Сейчас я тут покажу, ребят. Короче, у нас вот такая херня отвалилась. И реактивная. Вот она, смотрите, просто выпало. Не фокусируется. А, во. Шрус развалился. Просто-напросто развалился. Самое главное, почему тягу реактивно оторвало. Она без сварки, что ли, вообще не держалась. Она, по-моему, на точечной сварке. Ну, на точечной сварке. И все, вот так вот. Смысл такой, что нужно ехать на гору. Чуть вперед и назад еще покатайся. Трэш, просто трэш, ребят. Наверное, затянете. Куда ты лезешь, Виталь? Не надо бегать дальше. Готов? Давай, давай. Поехали, ребята.
у тебя, наехал? Я. Ну. Нет, ну смотри, за счет вот того же блока, да? Че? Я только сейчас ехал и с людьми разговаривал насчет того, чтобы перед отключать. А теперь у меня завтра будет отличный. Да? И нахер надо приблуд голи покупать. Не, я вчера, короче, мы катались вот в таком поле, вот карьера до Сахмара. Ну что, смотрите. Теперь мне обязательно должен быть заблокированным. На переднем приводе. Просто будем ехать на переднем приводе. За счет самоблока два колеса будет крутиться. И мы будем ехать. Конечно, сейчас никаких серьезных диагональных вывешиваний, ничего не нужно делать. Блин, вот это да. Реактивная тяга. Говорю, там не то, что наторано, понимаете, там не приварено, что ли, она, я так и не понял, как это так сделано. Ну, в принципе, вот, смотрите, на переднем приводе сейчас еду. Кардана сзади нету. И мы катим. Так, ребята. Полного привода нету. Еду на переднем приводе. Вторая, повышенная. Вторая повышенная, и мы заехали. Опять скажу, что заехали мы за счет самоблока от АВТ. Фух, без самоблока такого бы не было. Да, 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 ребята. Поедем на гарантию, посмотрим, что да как. Не знаю. Это, в принципе, девятка. Сейчас вот у меня. Да давай, тут нормально все. Дорога нормальная. Ёх. Все передняя блокировка, она вытащит. Охрененно. А здесь немножко прибавит скорости, здесь глубоковато. Охрененно. Это вот, в принципе, на передние приводы самоблоки ставят. Вот ссылочка, между прочим, будет на дифференциалы повышенного трения. То есть на девятки, на УАЗы можете заказать. Вот пример. Задок вырубило. За счет самоблока я еду. Просто за счет самоблока на самом деле. Просто передний привод крутит и все. Выехать, наверное, конечно, я так круто, наверное, не смогу. Будем как-то цепляться, наверное. Других вариантов нету. Жопа просто как тележка у нас сейчас. Здесь смело, Виталь, нормальная дорога. Вот такие вот дела. Ну, слышно, что обороты, да? То, что задница не подключается. Блин, ну ладно, хоть так. И еще вот, смотрите, у меня набор ключей есть, там головки. А простых ключей нету. Там у вас остальные. Ладно, вот у ребят есть рожковые ключи, потому что там подлезть нету возможности. Я замыкающий, все нормально. Веду передний привод, веди его. Так, вот интересно, смотрите, колея. Я не знаю. Очень высокая колея. Четыре с половиной тысячи оборотов. Вторая повышенная. Могет, могет. Я не знаю. Вторая. Давай, Виталь, там пробуй. Если нет, я тебя вытащу. Не выйдешь. Да как обычно, дастер мешает.
Слушайте, дастеры? Ну, в принципе, едет. А вот... Вам в колею не слазьте, вот по полю езжайте по моим следам. Смотрите, сейчас вот дифференциал заблокировал. Что-то там догадаться трудно было. Не едет он. То есть, смотрите, дифференциал выключил и не едет. Видите? Когда блокирую, она у меня едет. Нормально. Нам нужно туда, на переднем приводе. Ё-моё, бля. Так, ну а что, если что, как-то вытащите, наверное, да? Виталь, прям на спуске, 2/3, когда проедешь, прям разгоняйся, сам выскочишь. Ой, ё-моё, бля. Потихоньку, потихоньку, слази. Заглохло. А что там с Артемовской Нивой? Погнали. Что нам предохранительный вентилятор сгорел? Все, разгоняйся, Виталь. Пока это потихоньку пробиваем до этого, до выезда. Да, что мешает. Решено ехать домой, потому что поле все-таки без одной реактивной тяги. Ерунда. Надо выезжать на асфальт и ехать домой. Дорога вообще хрень, и на переднем приводе длинную базу тащить сложновато. Вот тут вот сейчас как вот смотрите, ну в принципе едет за счет того, что клиренс я летом увеличивал на 3 сантиметра. И впереди дастер едет, и я за дастером еду спокойно. Вот. Поэтому будем выбираться на асфальт. Да, вот так вот и бывает. Между прочим, подарки мне пришли от производителя АВТ. Полуоси пришли усиленные в задний мост. Вот. Полуоси будем менять. Разберем дифференциал повышенного трения задней АВТ-шной. Раскидаем. Посмотрим, что да как. Третье. А третий не хватает. Короче, дифференциал раскидаем за 20 тысяч, посмотрим, что с ним произошло. Сразу поменяю шайбу преднатяга. Но планы такие есть. Хотел это все сделать позже, но, наверное, придется делать уже. Просто-напросто уже. Да, клиренс позволяет проехать. Да, мне нужно будет выскакивать. Хода. Тяжело. Посмотрим. И что вы думаете, я туда заеду, что ли? Там заходи. Тоже дорога. Виталий, ты по прямой там зайдешь на разгону. Прямой, фига себе, по прямой. Ну ладно, поехали. Диман, уже подъем не тот, вот это, сгладили его. Вау! Ебать. А эти здесь эти петли срамы вырвал. Вот так. Ездик выключен. Там, где Нива заехала на переднем приводе, немцы у нас... Заезжаю спокойно. Ну вот здесь было сложно мне на переднем приводе заехать. Вон кругом чиркал, смотри.
Да понятно, что он повис. Диман на заднем. Да, да, Диман на задке. Ну вот, видите, передний привод. И все. Нет, надо. Нашли выезд до трассы. Осталось чуть-чуть. Смотрите, здесь еду за туарегом. Ёлы-палы. Передний привод. Привод. Позвонил сервис. Ребята работают. Сейчас поеду в сервис. Трасса вон она. Чуть-чуть. Прям чуть-чуть осталось. И там выезд тоже сложный. Как все это будет происходить, пока не знаю. Но скажу, что в принципе можно ехать. Можно. Но без самоблока вот вы вообще никуда не поедете. Просто никуда не поедете. Нива стандартно, видите, впереди. Не может выехать. Буксует. Вот так вот. Сзади меня машина. Нива долго сидела там впереди. Выехать не могла. Сейчас туарег. Как я там поеду? Вот просто как я там поеду. Ну давайте. Вот так. Все. Нет. Да, цепляй. Я выйти не могу. Динамикой сейчас зацепимся к Диману. Кстати, вот динамические трассы. Вот сейчас зима настала. Вот эти. По 1200 вяжут. Тянутся классно. Сейчас посмотрите. Любой длины свяжут. 6-метровый, по-моему, 1200 рублей. Ссылочку оставлю. Заказывайте, смотрите. Вот у меня 10-метровый уже 2 года. Чего им только не таскали. Он именно вот растягивается. То есть рывка нету, ребят. Слышите? Самоблок. Хоп. Все. Видите? На полном приводе после меня... Все нормально. Алексей, выезжай, не мешай Виталику. Все, здесь остановись. Будем пробовать. Виталик, после десятки пробуй. Там еще одна машина за десяткой. Я прямо выйду. Выйдешь? Вот давай за этой. Давай, педаль в полу вылетает. Она едет не так, как я хочу.
ребята. Наконец-то, наконец-то. Теперь домой. Да, все, Жень, давай, мы сервис, поехали мы. Давайте, увидимся, давай, сервис гоняем. Выехали на асфальт. Кому интересно, как едет на переднем мосту Нива по трассе, показываю. Пятую передачу подрубил. Мне самому интересно. 80. А, вибрация. Ну, есть, конечно, вибрация. Плюс колеса еще забиты снегом. Вот. В принципе, доехать куда-то можно. Не спеша, поедем 80. На пятой спокойно едет 200-300 оборотов. Вот. Все, я все. Друзья, как видели в данном случае, что самоблоки выручают. Поэтому переходите по ссылочке, заказывайте самоблоки АВТ-шные. От моего канала вам будут скидочки при покупке, при заказе вам или в комплект положат шайбу преднатяга, или подшипники. Так что заказывайте самоблоки. Так, ребят, в сервис приехал. Пропуск выписал. Сейчас заеду в сервис. Ну и будем смотреть, гарантия, не гарантия, что да как. Ну, как обычно, говорю, езжу в Лада Сервис и с домом рядом. Вот, Лада Сервис. Ладно, пойдем помоемся. Вот и посмотрим реальную гарантию, да? Хотя 2 года. Ну что, по гарантии человек пошел отправлять на завод. Завод что скажет. Эта тяга тоже вытянулась, так как с той стороны тяги одной нету. Сейчас снимаем одну тягу, вторую тягу. Ну и будем ждать результат от АвтоВАЗа. Так как тяга оторвалась, естественно, мост ушел. И кардан со шлицов вытянул, видите? И все оторвалось просто-напросто. Итак, вот она тяга. Вот посмотрите, как она держится, ни сварки, ничего нету, да? И здесь. Ерунда полная, полная ерунда. Вот посмотрите, такая же ерунда. За счет чего, как они крепятся, непонятно. Ну, ставим новые тяги, кардана пока нету. Будем заказывать, да, пока будем кататься на переднем. Сервиса я выехал, Лада Сервис Оренбург. Вам, ребята, вот прям большое-большое спасибо, что оперативно приняли. Оперативно, что смогли, сделали на данный момент. Тяги поменяли, а кардан в наличии нету. Завтра посмотрим, где они есть. Может быть, в ближайшее время буду ездить на полном приводе. Кардан стоит примерно 9000 рублей на шрусах. На данный момент езжу на заблокированном межосевом дифференциале на переднем приводе. Как я говорил, что на переднем приводе тоже ездит она прикольно. Можно теперь на дрифт с ручником, как на девятке, дрифтить. Вот. Все, на этом видос, наверное, будем заканчивать. Будьте здоровы, не болейте, пишите комментарии, что вы думаете про запчасти АвтоВАЗа. Вот, наверное, придется покупать усиленные тяги. Как практика показывает, что к этому все равно приходишь. Потому что заводские тяги, но, к сожалению, увы, нагрузку не выдерживают. Вот такие дела. Все, с Новым годом, будьте здоровы, пока-пока. Пишите комменты.